Появился новый номер журнала Собака.ру. Это номер за март. Посмотрите, как красивый курорт. Вот такой вот резорт. Классный. Давайте все помечтаем, чтобы нам всем там оказаться. Вот. Высочайший класс на греческой Кассандре. Заповедная территория, 7 километров пляжей с мягким белым песочком, 5 роскошных отелей в окружении соснового леса и собственная марина с яхтами и бутиками, детские клубы и другие развлечения, 40 ресторанов и баров, академии спорта, теннисный центр. Футбольный клуб там даже есть. Идеальный отпуск, ребят. Давайте помечтаем. Сейчас покажу одну инсталляцию. Называется кукольный домик. Вот такой вот кукольный домик. Это получается вот такой вот артефакт, что ли. Как его назвать? Картина такая. Получается такая вот мультивселенная. Графика здесь тоже. Вот. Так вот рассматривать интересно, да? Что тут происходит? Так смешно описано. Есть еще такая картина, как казнь сосисочки. Вот такая выставка тут рекламируется, пройдет, получается, 15 марта. Вот в галерее. Живописные фантазийные миры. То ли сны, то ли галлюцинации. Мне понравилась такая картинка. Сейчас покажу красивое платье. Вот такой вот посткутюр готический. Коллекция Шипы и Розы называется. Вот это Диолонго посткутюр, который отрицает фэшн сезон и массовый пошив. Во избежание перепроизводства. Совершенствованные фирменные силуэты платья, готические вырезы, асимметричные плиссе. Драпировка в референсе. Мраморный вуаль и гальонский принцип. Меньше практичности, больше драмы. Вот эти получились великие статуарные платья на фэшн-постаменте. Таким вот, может быть, сейчас тоже лето начинается. И сезон разных свадеб, мероприятий. Может быть, кому-то как идея быть. Ну, на выпускной вечер тоже. Дофаминовый колорблок с кроссовками. Вот такой вот звездный туристический план для корпоративного отпускника в духе весенне-летней кампании. Свадьбам итальянского курорта. Можно рассекать по карельскому серпантину в колорблок кроссовках. Вот опять колорблок в моде. Балет корные туфли. Ну, стоит чем каблуки и кирпичики, но пока его не... Сейчас попозже переверну, посмотрим. Ярко такой тоже лимонный оттеночек. Палитра красивая. Необычный тоже желтенький оттеночек. И комбинезон. Продолжаем тренды. Весенние тренды. Весна, лето, 24. Март. Тут букет всего самого классного, актуального. Из того, что приедет мультибренд Петербурга. Только золотистая, лаковая, джинсовая, полупрозрачная и небесно-голубое. Что-то небесно-голубой. Такой муреново-зеленый какой-то оттеночек. Надеюсь, вам видно. Не включаю свет, потому что будет отблеск. Голубой, что ли, в тренде. Реально голубой. Я бы даже сказала, знаете, мятный. А мне нравится бежевый. Я вообще очень люблю бежевый цвет. Над бежевым с голубым тоже, кстати, так неплохо. Коричневая сумка с голубым тоже. Как все красиво. Как все сделано. Черный тоже есть.
Не могу не продолжить. Ребят, ну такая красота. Стразы, микро и мафиози. Тренд идет на полупрозрачность. Фиксируем бум прозрачных платьев. Но мы ведь в Петербурге. Тут у нас все на полутонах. Выходим в полупрозрачную чешуйчатую комбинацию дикомодных экологичных ферм, прикрывшись пушистым свитером и стейтмент колье. Повышаем планку шорт и мини-юбок до ультракороткой длины. Посмотрим, что будет, когда вы в скульптурном микроплатье, не мрамор, а тоним оттенок слоновой кости, выйдете на танцпол лучших петербургских патимейкеров Кава Диско. Вот, самбо в стразах сейчас будет в тренде. Этой весной у нас два пути. Тренд Grand Parkour. Видимо, Grand Pa это типа дедушка. Удобными подкрадулями. Стразовые. Придется свои эти тапки рабочие расшить стразами. Дальше я хочу продолжить тоже такую красоту. Кстати, очень необычно этот стиль, мне нравится. Свежая поставка. Микро-мини от профи. Яркий флауэр-кор от виртуозных колористов. В роли фаундеров экс-дизайнер Марнем, бывший директор моды британского ВОК. От медитативно роскошных нью-йоркцев ждем архитектурные стейтмент-жакеты и кашемировые свитеры. Это, мне такая сумка очень нравится. Я сразу же обратила внимание. Цвет сезона голубой. Вот как раз таки то, что я сказала. Лазурные цвета, аксессуары, клатч. Такие тоже сумки необычные. Ну, конечно, свеженькая, а то я в прошлом номере вообще ничего не смогла найти. Золото, ромашки и пауэрдрессинг. Я прям в этом номере заворожена. Так все смотрю. Вот этот номер мне так нравится. Мартовский золотистый. Металлик тренд пошел. Прокачиваем металлик до остромодных золотистых оттенков. Будем сиять бомбери солнца. Нарядные юбки из 1000 пайеток. Так, тут еще новый супербренд от австралийских серферов. Оседлали деним, стритвир и минималистичный кэжу. Мэтчим из их карго брюки с джинсом, тренчем. Отрабатываем тренд на верхнюю одежду и с денимом. Ну, деним, да, вот эти мне очень нравятся такие. Вот по поводу тренча, не знаю, но джинсы, да. Здесь тут российское тоже производство есть. Кланч, трапеция, ботинки ярко-кислотного лайма с бордовым и серым. Ну, тут туфли такие квадратные. Панк, ракушки и офисные сирены. Сразу обратила внимание на такие сапоги. Смотрите, какие сапоги классные. И мне кажется, что они удобны. Плюс смотрите, какие брючки, да, и расклешоны сейчас в моде такие. От сезона офис кор вместе с Белла Хадид выкручиваем корпоративный стиль на максимум. Надеваем жакеты с микро-мини и полупрозрачной блузкой. Не забывай про туфли с геометрическим каблуком. Это такой тоже как треугольничек, каблучок. Сумка артефакт. С уходом Tinder нам остается только сумка Swipe Copernic из денима. Вот мне очень нравится такая форма тоже. Приехали также бельевые авангардисты. Смотрите, какой топ. Ракушка, смотрите, какая. Ариэль в восторге, наверное, была бы. Сейчас продолжу дальше эту страничку рассказывать. Я в таком восторге. Просто невозможно. Вот это сделано в России. Тоже весенняя коллекция трикотажных кардиганов шелка. Пряжа, небесные платья, оттенка алая блю и кашемировые жакеты со спущенной линией плеча. Так, а с вами кожевенный хардкор в высоких кожаных сапогах. Вот эти, про которые я вам говорила, коричневенькие. Широким голенищем оснащены архитектурным каблуком для недовольного цокота по гранитным набережным. Все классно. Так. Блуза руки молнии. То, что все на молниях, платье с такими перепоночками. Так, ну вроде вот с этой странички все показала. Вот, берлинский панк-шик от модного дуэта. Блузки молнии, да, сияющие платья с нетривиальными завязками. Наш деконструктив.
цветы, краше и драпировка. Все радует, стоит вот аксессуары, ловим тренд на флауэркор, аксессуары. Выгуливаем стеклянные кольца ромашки от фэшн-садоводов и букеты из бусин от петербургских ювелиров. Тоже юбка с драпировкой. И вообще, смотрите, сколько драпировки. И это так классно. Так, свитер-паутинки от омских локалов. Петербургский феминный стритвир. Мэтчем их юбки и с драпировками стаби или мрачными вьетнамками. Так, видно вам, ребят, по следам кутюрного показа Симон Роша для Жан-Поль Готье. Примеряем без козырки от модистов. Летом будем красиво справляться от Севкабеля до Комарова. Суббота, прозрачная, хардкор и рюши. На этой же страничке тренд на прозрачное. За сетями со стразами для полупрозрачной многослойности вдруг и правда носим шелковый шифон. А также must have весны, хардкорная кожаная куртка. Тренд. Будем мечтать олдскульный авиатор с потайными карманами и фэшн-шевронами на плечах от кожевенников со струящимися юбками. Или носить на голое тело. Так, новые супербренды. Амбассадоры красного, Profit, Black Tie нарядов. Лимитированные вечерние платья и воздушные блузы со скульптурной посадкой, ручной проработкой микродеталей. Вот смотрите, жакет прикольный. Вот. Аксессуарная находка. Statement choker. Вот это вот прям стресс обвес. Мне нравится. Дальше еще круче, ребята. Мюли Деним и Лайм. Ой, с чего начать? Must have мюли, конечно, вот такие вот. Обувь сезон по версии Gucci. Будем носить допаминовые туфли и барби корные, декорированные рафией джинсами, а то и с бриджами. Барби сумка. Смотрите, какая сумочка, какой формы. Так, смотрите, ну, брючки тоже, трубы такие актуальны до сих пор. Прям. Вот и ним главный тренд для Total Denim выхода. Примеряем брюки, трубы и боха казаки с выстиранным таким эффектом. Тон сартон называется. Посмотрите, какой каблук. Вот это вообще круто. Так, soft bomber. Здесь что? Ну, сумочка такая вот. Золотая. Такая сумочка золотая. Так, снова нулевые. А, кстати, вот этот дизель мне нравится. Сейчас еще одни туфельки покажу. Смотрите, какие сабо. Тут уже более-менее. Вот, не знаю, мюли я как бы не знаю, смогу ли я их носить. Вот сабо уже более реально. Сталинг трюк. Берем пример с Прадой. Носим босоножки с веселыми носками. С шерстяными, да, как любят Прада, наверное. С фактурными махеровыми косичку. С шелковыми. Так, вот такая еще, ой, какая сумочка. Все-таки я попала в тренд, купила свою зеленушку, тоже хабо. Хобо НЛО, итальянцы адаптируют тренды с космической скоростью. По неастрономическим ценам. Мэтчим их сумки в актуальном золотисто-металлическом стиле с жакетами в тон и лаймовые хобо с денимом. А, смотрите, лаймовый какой свитшот. Ой, какая красота. Платье колонна. Вот такой вот. Сейчас с ума сойду, посмотрите, какие ботинки Синтезия делает. Синтезия — это питерский бренд. Вот разговаривали с основательницей. Хотели делать проект, но это в декрет ушло, короче говоря. Очень активная основательница. Такие вот, блин, это вообще просто. Как они так делают? Такой кросс. Вообще мастхэв кроссботы. На тракторной подошве. Такие панк-сапожники получаются. Контент-визионеры. Они начинали с подпольного ателье. А потом начали в обувное дело. Пошли. Вот. Красоту делают. Инвестируют в арт-фэшн и делают разные коллаборации. Медиапанк по полной программе. Очень прикольно.